Если вы смотрите это видео и не знаете его название, то это «Звоночек». Именно так называется шоу, где две пары знакомых или незнакомых людей встречаются для того, чтобы ответить на наши фото, аудио или видео вопросы. Для того, чтобы дать ответ, участнику нужно нажать на звоночек. За каждый правильный ответ игрок получает 1 балл. Все очень просто. Поехали! Готов проигрывать? Нет. Я ж продал плойку. Не все знают, что такое плойка. Ну, для волос, которые. Ну да, для волос. По мне видно, что плойки нет. Почему драться будем? Мы же девочки. Типа. Почему на об стол головы тоже можно считаются? Реснички вон. Всем привет, меня зовут Эльчин. Привет, меня зовут Манук. Всем привет. Здравствуйте, я Виктория Владимировна, мне 28 лет, вступила в вашу секту. Я здесь. Всем привет, меня зовут Света. Я очищу ваше заведение. Ночной дозор. Нет. Без понятия. Ты прям мега эмоциональный. Джон, не, ну это... Это Джокер? Давай, давай, жми. Нет, я готов к следующему. Блин, я нажал первый. Ну, говори, окей. Но зачем? Говори, говори, я после тебя. Так, это Адам Сэндлер. Ну, это отлично. Есть какой-то таймер? Возможно, это его правая рука. Что, ты сдаешься? Нет. Давай, это клик с пультом по жизни. Это... А, нет, это я, ну, погоди, подумала. Может быть, это Брюс Всемогущий? Нет? Дальше. Что за лапа? Давай дальше. Что там еще? Яйцеголовый? Нет. А, кто? Ну, его там яйцеголовый называли. Ты смотрела 50 первых поцелуев? Это он? Нет, ну этот актер. Притворись моей женой. Актер тот. Пим-пири-пим-пим-пим. А еще? Клик! Ты мне руку проткнула. А считается, нет? Есть засчитано? А ты молчал, я просто твою руку... Мне за вредность, пожалуйста, баб. Что? А, блин, это этот американский пирог. Нет. Да. Американский пирог, первая часть. Угу. Вот кто порно смотрит. Естественно. Вот и чего? Я только помню, когда он крышечкой прозрачно такой прикрывался. Помнишь? А, крышка от космоскопа. Это вторая или третья часть. А здесь к нему пришла. А еще макароны, помнишь, он ел? Он с прямым эфиром, с носком, он теребонькал. Ладно, что дальше? Это иллюзия обмана. Ой, нет, сейчас, подожди, как они называются? А, не-не-не-не, я знаю. Это... Подожди, дай. Да ты все ответил, это престиж. Нет, это не престиж. Это престиж. Это престиж. Да, прости. Шарик. Да, еще, да. Да еще, давай, давай еще. Что? Это какой-то волшебник. Но это не Гарри Поттер, смотри. Подожди, это... подожди. Неуловимый мститель. Блин. Это... Провода, как в Таиланде, как бы. Да не, подожди. Это декорация такая. Давай еще. А еще давай еще. А? Не легче. Как... Там два брата-близнеца, они фокусники, да? Ага. Как он называется? Ну, скажите, пожалуйста, скажите, скажите. Что-то про магию и иллюзию. Нет, иллюзии нет. Побег из Шоушенка. А мы быстро, да, заканчиваем? Кто-то в тюрьме сидит. Это новый фильм, да? Нет? Это старый. Ой, это не мотылек? Зеленая миля? Побег из Шоушенка? Да, абсолютно. Дальнобойщики, что ли?
Это этот, бригада какая-нибудь, нет? Дальнобойщики? Что, ночной дозор? Манук, давай, мне не нравится. Я жду дальше, я не понимаю, что это такое. А это... Горько. Ну, я типа, ну ладно, я типа промазал по этой кнопке. Он очки у Блейда украл. Навряд ли это он. Какой-то седой, да, чел? Ага. Чё, а давай дальше. Ой, это же это! Это русский, это Горько. Ты что считается? Кричал? Мне? А мне считают. Все куплено, что ли, в это заведение? Они просто в Акаденс ходят тоже. Блейд. Как офигеть. Можно было по руке понять, что это Блейд? Это пистолет. Почему не предупредили? Подожди, я знаю, это 90-й фильм. Новый, что ли? Пушка так себе. 90-й, да? Терминатор? Да, дальше. Это Блейд. А вот нам двоим она дотронулась до пальца моего. Мы вместе нажали на эту штучку. Этот. Ты зачем сосок трогаешь? Извините. Один из друзей Оушена. Шарашкин. Казино. Я в прошлой жизни играла в такие. Я вот прям помню. А можно еще? Давай дальше. Ой, 12 друзей Оушена, которые... 11? Борат. Откуда ты знал, что будет Борат? Ну, тебе слили. Просто, да, мне сливали информацию. Что? Это одежда 90-х каких-то. Это клип какой-то? Это русский фильм. Ну, конечно, не русский. Тоже так ужасно одеваются американцы, да? Ну, это русский. Нуляшки русские, да? Что это? Знаю, это шуточки какие-то какие? Начались. Это какие-то бичи. Слушайте, это свадьба чья-то? Нет? Я думала, русская. Меня смущает вот этот вот мальчик в жилетке кожаной. А подожди, девка похожа на меня в детстве. Это розовый. А у тебя рождение? Да не, у меня туса была получше. Мы там на горках катались. Кто это такие? А, ты просто внешне по себе, я понял. Давай. Это я там снимался. А, Любовь и голуби. Я с тобой болтаю, не смотрю вообще туда. Да, окей. Любовь и голуби. Давай. Мне уже сказали все. Ой, это же Людка, Людка деревня. Как ее там? Ну вон, это мужика она увела. Сучка-то крашеная вот эта. Помнишь, как ее колхоз вот это, они же танцевали ее. Вот они, да, все вместе на ворона какого-то там смотрят наверх. Мне доктор пишет. Ну правильно же, Людка, Людка деревни, как называется? О поганном стане. Что? Опера? Что, Любовь и голуби? Которую я не хотела! Любовь и голуби. А все, детка, все. У меня от этой штуки уже глаза дергаются. Я скоро выйду отсюда, ЛДЖМ. Бойцовский клуб. Финалка. Это... Нас не догонят. Но мы же не клиники. Но они такие же две стоят. Почему такие же? Это парень и девочка. Да, это две бабы. Ну не. У них щиколотка тонкая. Это девушки, видишь? Ну, правда. Одна на платформе общего. Вторая вроде бы тоже. А вторая в носках высоких? Да, это две бабы. Ладно, ок. А еще давай. Давай, давай еще. Парень с девушкой, что там? А, ну ладно. Миссия невыполнима, первая часть. Ну, давай вот это на двоих засчитаем, потому что, по сути, одновременно это было. Вам надо заменить вот эту дичь. Короче, я знаю, его звать Том Круз. Так, это компьютер. Да, это компьютер. Или МРТ. Да, я думаю, это он в космосе, смотрю, как стоит. Я думаю, он в космосе. Он же напряжен. Давай, давай дальше. Подожди, ну давай дальше еще. Я говорю, в космосе, видишь? Тебе, Зойка. И что за фильм? А вот недавно, короче, я в Инсте видела, там седьмую часть снимали. Миссия невыполнима? Ну что ты, я про это говорила. Я думала, сидела. Это «Миллионер из трущоб». Криминальное чтиво. А, да, да, ты прав, да-да-да, я подумал, что это этот, они сидят за столом, ну, бывает. Дальше. Дальше. Угу, погнала.
На лыжах? Да. Танцы? Нет, нет. Титаник, это где танцует? Что это? Так ты пикни. Я пикала? Я после тебя пикала, не считаю. Пикни на мой. Нажимай. Как он, господи. Ну, не знаю, давай дальше побольше. Нет, нет, не надо побольше. Ну, вы же поняли, что я его знаю. Мы-то да. Я так же могу сделать. А, это же тот фильм, который я не знаю. А еще можно? Про наркоманию. Ну, ты хоть скажи. Ты я про наркош не люблю. Да, ну. Криминальное чтиво, ёшкину матрёшкину. Крёстный отец. Да, да, да. Это Дон Корлеоне какой-нибудь? Крёстный отец? Merci beaucoup. Это «Один дома». Нет, подожди. Один... Это мыло, он сделал себе нунчаки. Измыл. Подожди, не-не-не. Ты часто так делаешь? Да, не-не-не, мне кажется, что сегодня это... делал. Я без понятия, что это, я что-то не могу узнать. Мне кажется, это фильм про каратиста, который все желтое себе покупал. Ну как он? Каратэ пацан? Нет, подожди, у типа искусство самообороны, может быть. Нет? Нет. Давай следующий кадр. Ты понимаешь, что это? Нет, я думаю, это соски. И голое мужское тело, да? И какой-то фраг. Давай еще один кадр. Мужчина по вызову? Нет, сейчас скажи, подожди. Типа животное или как? Да-да-да, он что-то... Блин. Давай подумаю. Давай подумаю. Не шутите с Зоханом, он там играл? Нет. Ну, у него там была, скорее всего, какая-то таксист роль. Таксист он там. Да-да-да, роль. А, я понял, что это за фильм. Он там брал уроки у кого-то, чтобы, типа, уверенно себя чувствовать. Да-да-да-да-да-да. Как этот фильм называется? Просто скажите название, и мы пойдем домой. Как это? Ты помнишь, как это? Он не такой старый, кстати. Блэйд Раннер. Горько-горько. Это большой стенд. Да-да. Ты задел ногой мою кошку. Это... Ой, я знаю, это, короче, это, подождите, стой, молчи, я сейчас отгадаю. Короче, я знаю, это он в тюрьме сидел, и у него, короче, жена была на свободе блондинка, а там мужик, который он думал, что мужик ее чпокает его жену, я не помню название, но вроде... Нет, нет, он кудрявый, короче, получается, чем-то занимался, сел в тюрьму, его подготовили перед тем, как он сел в тюрьму, дали полгода. И он там всех, короче... Как называется? Как называется, ребята? Большой. Джон. Бом. Чак. Видишь, у него сосок. А он даже не чувствовал, как ему сосок порезали. И что? Это... Я без понятия. 20 миллионов долларов. Подожди, это когда эти крысы... А, я понял. Можно я отвечу? Крысиные бега вот эти были? А, это, нет, все, миллионер из трущоб. Там по центру значок, да, миллионер. Ты, тебе засчитывается? Ну да, конечно. С чего бы? Руки черненькие. Не работает так. Увеличивай. Знаешь, сколько ему дают? Там 20 миллионов долларов. Да. Чувак с бородой. Мне кажется, индийский фильм какой-то. У него вот тут что-то висит. Это слюна, потому что, прикинь, 20 миллионов долларов дадут. У меня тоже висит. А еще можно? Ой, это звезда миллионера. Не стращу. Миллионера стращу. Нам обеим, может, дропа была по нервному? Это больно.